Господи, блять. Даже в Барселоне холодно в декабре, да ну нах. Крыс. Чё, кого, сучара? Ты ушел, и теперь меня ебать некому. А мне всего 25. Слышь, не матюкаться. Ему только 15, но он смог стать финалистом и выебать всех. После визита в Бурятию, его стали звать фараон. Смотрю, у тебя много мини-плесецких. Любой парень, который носит очки на голове, пидор. Ой-ой-ой, иди нахуй. Атабек. Ты куда? Отъебись. С тех пор, как мы стояли на одном пьедестале, прошло дохуя времени. Он успел похорошеть. Не хочешь со мной с миски полакать? Это кшня. Спящий красавец, страдающий из-за смены пола, Кацкий Юрий. Теперь, когда я знаю, что такое задняя любовь... Юрий, сделаешь кофе? Ты чё, сдох, что ли? Хватит, хватит лапать меня, вы двое! Юрий! На ДР я подгоню тебе анальные шары. Ты чё, охуел? Вообще-то ты мне сотку еще должен. Залезай, молодая. Ну ты это, садись. Хорошо, да? Поворачивайся. Ебать тебя буду. Будешь моим другом? Нет или нет? Юрий, успокойся. Хуль ты себя как баба ведешь? Я губуш? Я ща отъеду. Зачем нам всем здесь собираться? Меня втянули в этот тупой версус баттл и опозорили. У меня до сих пор сохранилось гей-порно с тобой. У меня тоже. Его сосочки огонь. Они православные.